Как стать водителем, если нет времени теперь получить права, стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Здравствуйте, в эфире Пушкинского телевидения, информационная программа «Наши новости», в студии Павел Розин. Смотрите сегодня в выпуске. От субботы до субботы. Главная тема городской планерки – уборка территории. Не ударить в грязь лицом. В Правдинском тоже наступает пора субботников. Карты, бабочки, медали. Как проводит свое время пожилое поколение пушкинцев? Утро среды традиционно началось с городской планерки. В городе стартовали субботники, поэтому на совещании главная тема обсуждений – что успели сделать в первый день всеобщей уборки. Собрали они с берега реки, которая находится перед их домом, где-то порядка 140 мешков. В этом отношении хочется жителей, которые вышли на субботник, сказать большое спасибо, за что мусор они действительно убрали с берега реки очень много. Собрать их просто не ставят физически возможно, никто не отменял, соответственно. Мы понимаем, что тут достаточно большая территория. Убрали все оттуда доски, ветки. На следующий день я там был, соответственно, население выставляет опять огромные мешки. То есть в субботу мы убрали, в воскресенье уже два огромных мешка стояло между этими гаражами. И владельцы гаражей то ли из-за тех надписей, которые мы написали, предложение убираться там, пытаются теперь перегородить проход между гаражами, чтобы, ну, то есть поставить их как-то к деревьям, ну, ограничить доступ. Есть замечания у нас к МСК, который обслуживает Мамонтов по областной дороге. Очень скользкие на данный момент тротуары остаются. Кузнецкий мост спуск, когда люди идут к станции Мамонтовки, очень скользко. Сегодня вот утром я опять спрягать... Дороги не подсыпали, а тротуары остались... Да, тротуары, как всегда, у них, да, проблемные. Зимой этот вопрос, и сейчас вот очень скользко. Но утром созванивался в 8 утра, обещал, вот сейчас эти бригады на посыпку. В субботу администрация на Московском проспекте проводила субботник. Ну, вот вся эта торговля по Московскому проспекту уже, наверное, до Советской площади там через неделю дойдет. Но вот им осталось еще 20 метров, и они уже будут на Советской площади. Думаю, что справимся.
требуют уже за свою работу деньги. Это просто... В продолжение темы мы предлагаем вашему вниманию небольшой очерк о начале сезона субботников в нашем городе. Мы понимаем, что тот шаг, который мы делали, он был первым, и далеко не все еще сделано, но уже, я думаю, и мы сами видим, и горожане обращают внимание, что в городе стало намного чище, намного привлекательнее. Совместными усилиями жителей и сотрудников городской администрации в порядок были приведены Московский проспект, территория возле Старого Ярославского шоссе от памятника Пушке до магазина «Дикси» и улица Нацоновская. Приятный факт – свою помощь субботнике оказали представители одной из коммерческих организаций города. Так как мы все жители нашего любимого города, мы все в нем живем, но город грязный, мы должны принять участие и сделать наш город красивым и чистым. Омрачило уборку появление нового мусора на только что очищенных участках. Пока одни жители наводят чистоту, другие продолжают сорить. Остается надеяться, что в ходе следующих субботников в лучшую сторону будет меняться не только город, но и сознание его жителей. Поселок Правдинский тоже готовится к субботникам. В четверг состоялось рабочее совещание, на которое были приглашены руководители служб и предприятий поселения. Территориям вокруг их организации необходимо уделить особое внимание. Тему продолжит Анастасия Спирина. Убедительная просьба просто привести все это в порядок и не ждать, пока мы к вам приедем и будем вас наказывать. А соответственно, сначала накажем, а потом все равно заставим это все сделать. В наших поселениях действует правило благоустройства, в котором все предприятия обязаны убирать свои территории и прилегающие территории там, ну, для разных субъектов по-разному, от 50 до 10 метров, скажем так, прилегающие к их границам. Мы хотим напомнить об обязанности организации выполнять эту работу. Пушкинский район как бы не очень хорошо себя зарекомендовал в Московской области. Нас ругают, хотя я могу сказать, что работа у нас ведется, ведется активно, ведется хорошо. И погодные условия позволяли. Сейчас, правда, немножко нам снежок выпал. Прямо в линии 25 метров от костер сложен во дворе. Сейчас после этого снегопада опять будет резкое потепление. Пойдет тепло, все будут. Все мы привыкли видеть наше старшее поколение в очередях в магазине или на лавочках возле дома. И можно предположить, что именно так они проводят свое свободное время. Как оказалось, нет. Наша съемочная группа побывала на встрече пенсионеров с активной жизненной позицией, и это было удивительно. Слушайте, он вообще не про то говорит, он не про то говорит. Мы, победители, занявших первое и второе место, записываем в клуб «Пиковые бабочки» и вручаем вот такую бабочку. Мы здесь чем занимаемся? Мы отдыхаем. Вот свое удовольствие проводим, мы общаемся. Мы забываем о всяких болячках, о своих невзгодах, обо всем. Это наш вот досуг, наш отдых. А так что дома делать? А так в коллективе. Мы не только в дурака, и в лото играем, и в шашки играем. Это важно общение. За счет этого и держусь. Вы знаете, сколько мне лет? Много, не скажу. У меня 3 медали. В прошлом году. А сегодня, вот видите, 3 нас. Первое место. Смотрите, как все уютно, хорошо все организовали. Просто я скажу большое спасибо.
Пока мы будем подводить итоги, значит, вот распределять кому что, люди пообедают, перекусят, потом, значит, здесь будет торжественное вручение и фотографирование. Ну, чтобы на память обязательно что-то должно остаться. Пятый и второй играли. На этом выпуск новостей подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. До свидания.